«Сумеречные охотники», первый сезон, 9 серия, название «Подниматься», дата выхода 9 марта. Саймон, что ты делаешь? Это теперь мой мир. Обещай, что будешь осторожна, хорошо? Мы должны остановить это. Они сделают все. Мы точно это сделаем, назад дороги не будет. Охрана, давайте сейчас. Я чувствую твой запах и кровь, которая течет в жилах. Они хотят этого. После нападения институт находится в состоянии повышенной боевой готовности и не принимает никаких заключенных. Чтобы получить ответы, Лидия делает резкий призыв к цели ЕС. Джейс, Клари и Изабель опасаются, что это решение победить Валентина неправильным способом может иметь катастрофические последствия. Не имея другого выбора, трио принимает решительные меры, чтобы остановить то, что должно случиться. В то же время Саймон изо всех сил пытается справиться со своей новой ситуацией, и Алик эмоционально разорванная с тем, что происходит в институте. Подписывайся на канал Предсказатель и раньше всех смотри самые новые анонсы своих любимых сериалов.